Добрый день, меня зовут Халаим Алексей, я технический специалист компании Aquario. Сегодня я хочу вам представить новую модель – насос AGC200. Это поверхностный самовсасывающий насос мощностью 2,2 кВт. Как вы знаете, серия насосов AGC представлена на рынке достаточно давно. И был ряд запросов от клиентов получить новый насос большей расходно-напорной характеристики, что мы и сделали. Модель AGC200 обладает расходом 110 литров в минуту, это 6,6 кубов в час, с напором 60 метров. Это максимальные характеристики. Насос AGC200 предназначен для перекачивания чистой воды и неагрессивных жидкостей, устанавливается в неперекачиваемой среды и способен забирать воду из различных источников с максимальной глубины 9 метров. Конструктивной особенностью насоса является его исполнение. Это класс пылевлагозащиты IP44 и класс обмоток двигателя B. Корпус насоса модели выполнен из чугуна. Гидравлическая часть, диффузор и эжектор выполнены из технополимера. Сейчас на видео мы видим одну из частей эжектора. Вторая часть эжектора, она отлита из чугуна. И мы сейчас это видим на фото, где происходит соединение первой и второй части эжектора. В заключение хотелось бы дать очень важную рекомендацию. Данный насос имеет всасывающий трубопровод диаметром 1 1/4 дюйма, 32 мм. Поэтому всасывающий трубопровод компания не рекомендует заужать, чтобы не потерять напорно-расходные характеристики. Хорошие насосы для хороших людей.